Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, за стимул больше снимать для вас видео. Сегодня у нас ритуал по просьбе подписчиков, как откосить от армии или, как говорится, перекрыть дороги военкомам и остальным частным конторам ОПГ, так сказать, русским, да? Вот, но это касается не только, это касается и полиции, как говорится, тоже обслуга ОПГ, как говорится. А как же перекрыть дороги им навсегда, и чтобы они вообще никогда, так сказать, не могли вас найти, не обнаружить и так далее. Что нам понадобится? Выбираем день, естественно. Это суббота выбираем. Вот. Так, надеюсь, видно. Вот. Если не втерпешь, то понедельник можете выбрать. Вот. Мы будем призывать, своими словами призываем Эшу. Транкаруас душ, то есть это Эшу кладбище или врат кладбище, как говорится, обитающих сущностей на кладбище, это кимбанда, мой авторский ритуал. Что нам понадобится для ритуала? То есть выбрали день, начертили или на красном, или на черном фоне, как говорится, данное, как говорится, по антурискаду, его печать. Нам понадобится бутылка рома, как говорится, не буду показывать, реклама спирта тут не будет, вот. Бутылка рома или, как говорится, спирт с перцами красными. Также острые перцы, это не острые, простые перцы, но вы острые, три острых перца подготовьте. Ключ любой, вот, нам понадобится. Также лук красный и 7 черных свечей. Если нет черных, то белый, ну, будет слабый эффект, но пробуйте. Если есть эфирное масло камфоры, смажьте маслом камфоры их. Вот, естественно, нужно имя человека, то есть записочка какая-нибудь ложится сюда в центр, которому вы человеку будете помогать, если себе, то себе. И 2 сигареллы или сигареты, простые, как говорится, сигареты, вот, в дар ему. Что мы делаем? Начинаем ритуал, естественно. Как говорится, зажигаем против часовой стрелки, я вкратце все объясню, против часовой стрелки зажигаем свечи, как говорится, повернувшись лучше на север, вот, или на юг. То есть смотрим, где у вас кладбище еще плюс находится. Можете, кстати, делать вообще на кладбище прям. Или возле морга, потому что туда придется относить. Или ментовка, так, его обитание там тоже. Морги и больницы, тоже его обитание. Вот. Так, что вы делаете? То есть все начертили, вы окуриваете сигаретки, поджигаете в чашечке. Тут должен быть попкорн, мясо обжаренное с красным луком, как говорится. Свиное, как говорится. Если нет рома, то красное вино можете заменить, в принципе, как говорится. Вот, вы зажигаете, обкуриваете это все, предлагаете, как говорится, брызгаете спиртным, предлагаете тоже. Вот, если есть попкорн, все это добавляете, как говорится. Вот, картофель тоже, но все должно быть без соли. Обжарено, все сделано, как говорится, сердце можно свиное обжарить, это все подготовить. То есть я объясняю, да? Вот. Вы это все подготовили, выложили на блюдо белое, чистое. Как говорится, зажгите против часовой стрелки 7 свечей. А в центре, если есть записка или привязка человека, фото, можете здесь оставить. То есть это все дымится там и так далее. И вы делаете следующее. Когда вы это все сделали, вы своими словами просите, как говорится. В принципе, это делается 7 дней так-то, чтобы усилить эффект, да? Но так как у нас люди ленивые, они все хотят просто и легко. Просто и легко не справиться с военной магией, поверьте, ой, с военными силами, поверьте мне. Просто и легко вы можете идти к мошенникам, потом вы удивляетесь, что эффекта никакого. Решить проблем серьезных не можете и деньги приобрести, вот. Вы это сделали, поднесли на 4 стороны, представили вот эту тарелку, показали спиртное, побрызгали, представили. Своими словами говорите, ой, эшо, транка, руас, душ, душ, души, да? То есть царство душ, мертвых духов. Вот, царство душ, то есть помоги мне, Эшу Транкаруас, да, перекрой дороги там таким-то, таким-то людям, чтобы они меня не видели, не слышали и так далее. И начинаете ключ, стакан, когда здесь стоит у вас со спиртным уже, вы начинаете против часовой стрелки в стакане вертеть, понимаете? Вот так, против часовой стрелки, вот ключ опустив, которым ключ должен быть, в принципе, любой, но не домашний, какой-нибудь старый. Вот, и вы крутите против часовой стрелки, потом положите его просто. Вот, и вы говорите своим словам, что я закрываю им пути, я перекрываю им дороги, и теперь они меня не увидят и не найдут. Хотя бы 7 раз произнесите.
Потом вы тушите эти свечи снова по часовой стрелке. Потушили, на следующий день продолжайте. Так, после понедельника или субботы 7 раз вы делаете этот ритуал. Потом вы это все убираете, все огарки, все то, что подносили ему, спиртное. Вот, ключ оставляете у себя, дома день спрячете. Это стираете, как говорится, и относите красные перцы, естественно, лук, подношение, там сердце и так далее, картошка, то, что было приготовлено для него. Вы это относите, как говорится, или к кладбищу, или где полиция находится, ОПГ, или где военком находится. Вот вы там где-нибудь или возле дерева, или возле здания, все это оставляете, как говорится, в дар. Эшуа Транкаруас, как говорится, душ. Вот, вы ему подносите и говорите, вот, я тебе отдаю подношение, если ты поможешь, я тебе еще принесу подношение. То есть вы с таким условием. Вот, через определенное время, то есть вы это сделаете. То есть вы запомнили 7 дней, вы это зажигаете, тушите, пока свечи не догорят. Понятно? Если они у вас толстые, белые, еще проще. У меня, видите, черные тонкие, самодельные восковые, будет сложнее. Вот, это тушить. Это на какой сантиметр все спускаться. И вы просите, просите, просите. Это эффект очень быстро. Понимаете, в отличие от всяких хреновин, это быстрый эффект. Ну что ж, всем удачи, успех. С вами был Александр Пичев. Ставьте лайк, комментируйте, репостите. Удачи!